некоторые из таких хороших людей, праведных людей, они говорят: «Ман тафаккаха тафассака, ва ман тасаввафа ибтада, асаман Аллаху таана анил гафлати вал гарар». И это также слова имама Малика, разъя Аллаху таала: «Тот, кто получает знание, но вместе с этим осмысления этого нету». То есть у него нету очищения своего навса, он просто-напросто получает внешние знания, этот человек, говорит, попадает в фиску. Почему? Потому что он думает только о знаниях. Он думает посредством вот этих знаний достичь какой-то высоты среди своих сверстников. Он хочет быть известным, он хочет быть побежденным в дискуссиях. Значит, этот человек попадает в фиску. Почему? Потому что ради Всевышнего Аллаха он не делает. Далее говорится: «Ва ман тасаввафа ибтада». Но человек, который, то есть, не получает знания, он не знает ни шариат, ни что-то, и как бы он вступает пут тасаввафа, пут ариката, не зная ничего, делая свои фанатичные какие-то вещи, этот человек может быть попасть в число мубтадиу, то есть тех, которые вводят какие-то нововведения, и он может попасть в заблуждения какие-то. И значит, что нужно для человека? Нужно получать знания и вместе с этими знаниями, то есть очищать свой навс, все, что он знает, все, что он делает, чтобы он делал ради Всевышнего Аллаха. Для того, чтобы делать ради Всевышнего Аллаха что-то, значит, ему нужно осмыслять то, что он делает. Что он делает лишь ради Всевышнего Аллаха. Вот это означает, вот Алхам, ее смысл мы сейчас узнали. Вот надо хотя бы иджмалом, таким общим образом размышлять вот это, что мы вообще читаем.